говорим, бэт, качай скорее. За нас счет 500 рублей, дарим мы 500 рублей. На первый твой фрибет, на твой фрибет 500 рублей. Алимбет, народный букмекер. Олег Петрович, поделитесь, пожалуйста, вашим видением сегодняшней игры. Хорошая игра получилась, и соперник достойный. Вот, и я благодарен парням, потому что действовали в своем ключе и не отходили вот от того, о чем мы с них их просили, да, и о чем мы договаривались с ними. И мы создавали моменты, это очень хорошо. Да, но, к сожалению, мы не реализовали. Да, но один гол забили. Вот. И была целостность команды, была самоотдача, было желание. И все играли друг за друга. Это говорит о многом. И я поздравляю с победой. Мы выиграли самое главное. А как готовили команду? Как восстанавливали на фоне такого непростого графика? Ну, у нас были восстановительные тренировки, были вещи тактические, на которые мы делаем акцент. Потому что, ну, когда ты в неделю три игры, это всегда непросто. Да? И мы постарались за счет кубкового матча распределить нагрузку равномерно. Но, к сожалению, это... Ну, по ряду причин, да, не совсем получилось. Поэтому группе игроков мы восстанавливали до вчерашнего дня, до тренировки. Вот. И с остальной группой мы работали. Но в целом я рад, что все подошли одинаково к игре. Да? И даже ментально все подошли очень хорошо к игре. Вот. Ну, двигаемся дальше. Насколько помогает такая поддержка вырывать на зубах вот такие матчи непростые? Ну, знаете, я благодарен болельщикам, потому что я не устаю повторять. Это очень круто, когда весь стадион, практически весь стадион, да, дышит с командой, дышит каждый эпизод и переживает каждый эпизод. Это очень дорогого стоит. Поддержка сумасшедшая, мы чувствовали дыхание каждого болельщика, чувствовали дыхание, мы чувствовали, ребята, которые играли на поле. Вот, и поэтому я, ну, поправил бы вас, да, что это не вырывать победу на зубах. Все-таки мы играли, и мы контролировали игру, и мы создавали моменты. Вот играть вот так агрессивно с помощью болельщиков, это очень круто. Я их поздравляю с победой, потому что это наша общая победа. И мы все должны этому порадоваться и разделить. Спасибо большое. И дай Бог, чтобы приходили опять на стадион и было больше болельщиков. Нам это очень помогает.